Вижу дазла, беру дазла. Енот, я смотрю тебя на ютубе, мое почтение. Салам, салам. Салам, слам. Могила не для тебя. Я ту-ру-ту-ту. Блин, вторую козу дали. Сейчас кони сильные. Но все равно вроде как гоблин надо подрейтить. Три голды худвинка не хочет собрать. Так, ну ладно, посмотрим. Блять, синов дали, да? Двух. Кузник пучины. Дубликат белки, дубликат этого. Ну, может, еще подеремся, там посмотрим. Выкупим это все. На предметы посмотрим. Да, можно было три сина поставить. Да поехали. Стример, как всегда, лакерок. Чё это? А чё стример напрухать успел? Ни одной монеты, а двух БХ. 520 урона они на двоих несли, а монеток не принесли. Добавит свет в фараончик. Ну давай. Фэр-фэр-фэр, Дримдизи. Фэр-фэр-фэр. Мой дух вернулся в тело. Спиритбрейкер. Белку жалко. Дазла, по идее, здесь использовать не должен. Два пак. Ух. А почему у нас пак вытер просто? Просто вытер одним паком пак. Было интересно. Ни хрена себе тут. Я думал, у тебя хороший стол, посмотри на это. Неточка, хорошо. Бедные, они под клокерком вообще бить не умеют.
Не хочу это брать. Нет инстрика, нет смысла. Бабки тратить еще пригодятся. Не дали бы сэфу взорваться, было бы круто. БХ денег не приносит, это плохо. Единички надо скупать, чтобы был больше шанс на единички. В четвертом уровне мы можем закрыть единички, двойки. А, минус арморчик, я думаю, что такая она протащила, не должна была. Два старка, два БХ, если их запать, но бессмертные. Скарпа скипнул, я знаю. Не за бабок скипнул. Самый быстрый рука на Диком Западе. Но мне жалко было это делать, потому что Висп мог в экономику дать, но он бы дал экономику. Ну, хотя мы проиграли, наверное, без Сларк. С таких сильных юнитов, поэтому... О, этому так. Сларк из стада долбоящеров. Я под впечатлением от Valve, но бывают плюшки иногда. Я не люблю на Сларке дефать. Люблю зиму. Для тебя я командир Трейси. Я думаю, тот случай, когда манга интереснее, темповее будет. Thank you.
Ну попробуем. Сларка вперед забыл поставить. Иди и так справимся, да? Обхаживание денег до сих пор не нафармил, да? Нафармил зря я на него, наговариваю. Не успел. Не ушпель. Ну ладно. Что-то эти два дали вообще, ни хрена. Три голды, что ли? Не успел продаться. Столько денег потерял за эти говномамли. Ну ладно. Да не, я водичку. Спасибо. Ну, вот так попробуем. Что кентавр делает? А, они делают только когда их два. Неприятный бой. Чуть-чуть не хватило дожать зарядки. Ладно, нормально. Опять голды с манго нужны, ребят. Ну, я, наверное, возьму этот шарик, чё нет. Пристыка бы, да? Но он мне откровенно не нужен, но пусть пока посидит. Опа. Ну ладно.
Левел для панды? Да и это мне не нужно. Поставить его, может, чуть постоит, может, пригодится. Мы гарантированно проигрываем. Ой, еще эти вонючие вот эти вот. Их хоть убьем. Больновато без престов. Там мипарик вылупит скоро. С глаз долой. Меня послали сестры Вуали. Блять, почему дерево? Почему не Марсия? А здесь Марсия, да, разъебал. Еще есть опция, да, ничьих скрипами. А что мы там хотим в идеале? Есть какая-нибудь элитка? Есть элитка. Что такое? В идеале хотим много денег, а левел покрутить. Фантомку в 2 собрать, этих кентавров, если найти, может быть, поставить. Вышли из тучки, хитрые какие.
Ощутите дрожь земли. Так, есть элитка, теперь бы починиться. О! Кентавр плюс Таурена? Ну, не знаю, насчет кентавра уже сомневаюсь. Чё? Конечно, восьмым аркварном. Фер-фер-фер-фер-фер-фер. Ядрить, кудрить. Починился. Еще манта в мипа. Просто в ноль голды починился. Здорово, доктор Аннушка. Приветствую тебя. Оули щит, анонимчик, приветствую, спасибо за поддержку. Твою могилу никогда не найдут. Правда же я хитер. Охотник пирует. Enchanted I'm... The time has come for me. You hold the horn of madness.
Царствие начинается. What's this thing? Some kind of fight. Твою могилу никогда не найдут. Спасибо. Где мои юниты? О, у нас музыка не там играет. Офигеть. Блин, ребята там музыку включили. А, темпларку собрать. Сейчас починится. Охотник, братуха. Че, ребят, сори. Подтупляю чуть. Корона этот. На. Что это, шаманы будут? Я не понял, почему... Параметры звука. Не туда звук идет. Я только сейчас услышал, что у меня в ноутбук идет звук напрямую. И это очень странно. Еще один арж-бустер. Прикольно. Телескоп будем собирать. Сейчас мне парик еще тут релину выслал. Владыка, пустынь. Хрена непонятно, но очень интересно. Чё там, почти-то три бабка, или мне показалось? Тело.
Вот этого файта очень боюсь, да? А не, хотя. Бля, хотя тут что-то уже жестко. Ни хрена себе. Как левел выкрутить, теперь надо подумать. Лда собрать уж собрали. О! О! Или вот это мне не надо? Я с этим там проиграю, да? Чё там, шаманы, да? Акира. Нормально ляг. Неплохо, неплохо. Папа у нас пуля, нет? Жаль. Жестко, конечно, жестко. За пятих уже играем. Да? Чуть-чуть надо пережить. Одного боюсь. Здравствуй, Скадя, здравствуй. Одного боюсь. 10 бабок. Плохо. Из них брутки вот полутят. Ну, естественно, брутки. Души там парочка. Молодец. Сварк пробовал. Сварка зря.
Парк, сейчас надо опять искать. С глаз долой. О! Я поднялся из темнейших глубин. Ну что, давай с Рафланом? Тогда мне наги не нужны. Хорош. Молнии надо было собрать, да? Ой, да ну пот прям с попы вытирать можно после таких игр. Ну, фактически енот в деле. Брат Рума на пределе. Нормально. Так ты вытри, что теряешься? Ну, я уже сижу и вытираю каждую, вот каждую игру сижу и вытираю. Доктор Смит, 6,6 часов Римворде? Жестко, жестко. Здорово, хорош, что по один. Хорош.